Здравствуйте. Здравствуйте. А вот это вот по лифтам, да, вы диспетчер? Да, я вас слушаю. Ага, вот хочу заявку сделать на осмотр машинных отделений. Мы собственники дома просто хотим посмотреть, как содержат наши дома ваша организация. Ну, это завтра утром звоните сюда. А почему? 8 часов. А почему не сейчас? Уже. Сейчас дежурный механик по всему городу один, как вы думаете? Нет. В смысле, что заявку сделать, а вы уж там позвоните, когда там он будет готов нас так, запустить. Ну, я не знаю. Кого-то, а кто это дает заявочку? Кто это хочет посмотреть? Житель дома 7-1. Ну, я понимаю, это вы согласовываете с руководством. Да как попасть, куда? Куда звонить? Ну, позвоните завтра... 4-47-15. Так, 4. И с руководством. 47-15, да, и согласуйтесь с руководством, чтобы они наблюдали, и механик, договоритесь о время, и механик вас сводит, покажет, ага, когда то есть... свободный будет. А у вас вообще люди интересуются лифтами? Бывают такие заявки вообще? Нет, первый раз. Поэтому я вам и сказала. Ну, понятно. Нет, что... Ладно. Машинное помещение вообще-то там. Вообще машинное помещение посторонним вход запрещен. Но мы не посторонние, мы собственники. Так. Эти лифты нам принадлежат. Я поняла. У вас разрешение есть? Какое разрешение? Ну, да. У меня есть договор купли-продажи. Я владею этим лифтом, понимаете? Как я и все понимаю. Остальные собственники. Ну, вы понимаете, что там напряжение 380? Ну и что? Ну я же с вашим представителем зайду туда. Ну, либо надо отключать электроэнергию тогда, чтобы нам туда зайти. Мы оплачиваем, ремонт делаем мы за свой счет. Мы хотим увидеть, как содержится. Вы машинное помещение делаете ремонт? Нет, мы наняли вас, вашу организацию мы наняли. И мы хотим проконтролировать, как вы свои обязанности выполняете. Иначе... Я поняла вас. Обращайтесь 4-47-15 завтра к руководству и разговаривайте. Это вопрос, во-первых, машина помещения, посторонний вход запрещен. Не посторонние. Ну так. У вас допуск есть, да? А что нам делать? А вдруг вы нам вандал там устраиваете, вандалите, неправильно содержите? Нам как это узнать? Мы вас наняли как подрядную организацию. Что вы наняли? Ну как нам узнать качество выполнения ваших работ? Если мы не можем зайти в собственное машинное помещение. Машинное помещение, а что вы там хотите увидеть? Мы хотим посмотреть, как вы работаете, как вы содержите наше дорогостоящее имущество общедомовое. Ну понятно. Вы звоните завтра 4-47-15, потому что это такой вопрос. Ага. Первый раз я встречаю. Ну это я плохо, знаю, конечно. Я знаю, что допуск за посторонним запрещен у нас по инструкции. Ну понятно, вы просто не можете понять, что мы не посторонние, мы хозяева этих лифтов. Мы их купили, мы их поставили за свой счет. И вас наняли, и платим вам ежегодно 650 тысяч, чтобы вы содержали наши лифты. Но вы мне ничего не платите. Как не платим? А кто вам платит? За что вы живете? Вы платите ЖЭКу, а ЖЭК уже нам дает... Мы не ЖЭКу платим, мы управляющей компании даем деньги, она передает вам. Они нам не всю эту сумму передают, понимаете? Ну, достаточно, чтобы вы продолжали с нами работать и содержать наши лифты, правда? Так, вот наш дом 7-1. Вот за... Так, это 22-й год. Ну да, за 23-й год будет только в 24-м году. То есть, вот отчет за 22-й год. Вот работы по содержанию и ремонту лифта в многоквартирном доме. Вот мы с вами заплатили в 22-м году 640 тысяч рублей. Это 640 тысяч мы просто вот ломается, не ломается, независимо от этого мы отдаем. И плюс еще с текущего ремонта у нас постоянно снимают, ну то есть мы еще и на текущий ремонт продолжаем содержать этот лифт. Что-то сломается, у нас еще отсюда деньги снимают. Вот. Там такие названия агрегатов, что мы можем даже не знать, что это там поменяли. В общем, вот так.
640 тысяч в 22-м году. В 23-м году будет дороже, потому что мы собственноручно проголосовали за поднятие тарифов, за удорожание вот, содержания и ремонта нашего дома. Ну, понятно. Правда, конечно. Ну, я не знаю, сколько получает там. Я знаю, сколько мы отдаем вам. 650. Ну, плюс понятно. Текущего вы ремонта можете... все замены деталей. А вы хотите машинное помещение посмотреть, потом шахту, приямок, да? Нет, шахта нас не интересует, только машинное отделение. А что там вы увидите? Я вот ничего не могу понять. Что? Там ничего такого нет. Что вы там увидите? В машинном отделении? Да. Ну как, там устройство, самый главный агрегат стоит. Да. Мы хотим посмотреть, в редукторе добавляется ли в редуктор масло вовремя, норма ли там, в каком состоянии шкив, в каком состоянии тросы, смазаны они, не смазаны, что пора менять. Это все делается. Ну ладно, я просто вам... Позовите завтра руководство наше, мы согласуемся, я против не имею, но ну, я не могу отправить, понимаете, механика, чтобы он вам показал без разрешения. Ну, понятно. Вот первый раз, вот сколько я работаю, я уже тут работаю больше 30 лет, и первый раз такой я встретила. Ну, плохо же, правда, вот плохо. Люди платят деньги и не проверяют, как выполняют на их деньги работы. Это же плохо. Это может порождать безответственность, а еще и даже хладнокровие. Каждый жилец захочет посмотреть. Ну почему каждый? И мы будем бегать, показывать. У нас основная работа ремонт лифта, осмотр лифта. Понимаете? Не каждый. Зачем каждый? От каждого дома есть доверенное лицо, председатель. Вот он должен контролировать работы. Вот он поднимется, посмотрит, например, и все. И дом ему доверяет. Понятно, хорошо. Вот. А у нас председатели не смотрят ничего, понимаете? Вот это интересно. А вы вообще где работаете? Такие интересные. А я безработный. Да, да. Понятно. Поэтому и вот есть время на контроль. А, понятно. Да, бездельник. Ну, хорошо, позвоните завтра. Записали номер телефона? Да, я записал. А вы кто? Скажите, с кем я общался? Я оператор. Вы оператор, да? Да, ну, да, интересно. Я именно смотрю за работой лифтов. Вот именно, когда они ломаются, я отправляю механика. А, то есть, когда вот человек застрянет, он там на кнопочку нажмет, и вот да, именно вы видите, да, что сработало? Да, 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 да. И не только он там застрянет, он просто лифт остановится, у нас тут видать. Ага, он понятно. На компьютерах, у нас компьютеры. Ну, вы молодцы, у вас все там, передовые технологии. Ну, так, а сейчас везде так. Ну, ясно. Только вот почему-то сейчас, в лифте сейчас... у нас никак вот камера не появится, и нам постоянно его ломают, понимаете? А вот, знаете, если сказать вам камеру, можно обратиться к руководству, я не знаю, в ЖЭК, что ли, чтобы они добро дали и поставили. Есть у некоторых местах камеры? Так есть, конечно. Где жители активные живут, там есть камеры. А где жители неактивные, там камер нету. И там постоянно проблемы. Вот лифты ломают, рисуют, гадят. Вам, во-первых, можно даже не сам, можно в кабину поставить камеру, можно поставить рядом, вот в подъезде. И вам видно будет, кто заходит, чужой, и, в общем-то... Ну, нам надо и туда, и туда хотелось бы, конечно. Ну, сейчас камеры недорогие. Можно. Да, конечно, все это... На вайбере его выписал, и все недорогие поставил. А вы даже себе поставили камеры, да? У меня дома есть, конечно. Вот, и у меня дома есть, вот и в квартире. Да, в квартире у меня, как без нее-то? А уже вот никак. Камера это настолько вещь хорошая и полезная. Она не только покажет, кто нагадил, но она вообще дисциплинирует людей в округе, потому что знают, что их увидят, узнают пакости их все. Правда? Ну да. Да, вот мы к этому... Я сейчас сразу без камеры, как без телефона, без сотового. Ага, человек ясно. К этому привыкает. Конечно. Хорошему. Ну, ясно. Ну, ладно, до свидания. До свидания. До свидания.
Где-то 8 часов позвоните, начало 9. Хорошо. Там руководство будет. До свидания. До свидания. Какая приятная женщина. Жалко, что она не может нам помочь.